Всем привет! У нас во Владивостоке дождик, обещанный тайфун. Ребята работают. Чё делай? Что-то делают, что-то убирают. Как дела? Ютуб. Ой, бля. Тебе чего бояться? Дома отдыхай? Не, сегодня Хэп позвонил, говорит, надо работай. Он говорит? Да. Это вот точка на улице, они работают. Ну, товар такой нормальный у них. Тут сумки, одежда, обувь. А у нас, блядь, дождик, никого, сука, нет вообще, прям пусто. А, молодой, чё боишься? А так чё? А так ничего. Сегодня, наверное, просто будем сидеть. Потому что у нас штормовое предупреждение передали на пару дней. Бегает. Все вяло и мутно. Ну и вчера людей тоже практически не было, мне сказали, поэтому я вчера отдыхал, спал целый день. Привет. Рынок по факту пустой, никого нет. О, мальчик! Синьтяо! О, даже Наталья Кузьминична сидит. И что? И ничего. И вот. Лежу, слава богу. Да можно и полежать, чё. Магазин пустой, вообще людей нет. Можно было бы и сегодня отдыхать, но... У нас кроссовочки. Zikinetic H2. Вот у меня такие есть. Вот такие я себе купил. Вот такие я вам уже светил на видосиках. Так как-то вот так вот я выгляжу. Футболка вся в мишках. И Наталья Кузьминична. Да. Короче, сегодня мы тупим целый день, походу. Ну а так, всем привет. И хорошего дня!